Всем привет, друзья! Сейчас я хотел бы затронуть комплекс гимнастических упражнений, помогающих вам восстановить плечевой сустав после такого заболевания, как синдром замороженного плеча, или, проще говоря, плечевой капсулит. Этот комплекс упражнений я составил сам после того, когда, увы, сам подвергся такому заболеванию. На тренировке мне просто-напросто хорошенечко свернули руку. Причем свернули так, что хруст в плече был слышен на весь спортзал. Ну, поначалу мне казалось, ладно, пройдет, поболит, перестанет. Но со временем случилось так, что я даже подтягиваться уже не мог. У меня была резкая, острая боль в плече. В конечном итоге, буквально через полгода после этого случившегося момента, я не смог поднимать руку ни выше плеча, ни заводить руку за спину. То есть у меня была полная блокада ротационной манжеты. Я сходил к одному не физиотерапевту, а к ортопеду. Он сказал, типа, это артроз, типа, ты уже старше, чем 40 лет, поэтому надо привыкать к тому, что такие болезни возникают и будут с тобой оставаться. Я говорю, спасибо, зашибись. Но, говорит, операцию я делать тебе не советую. Я говорю, да вообще ты не собирался на операцию. Ладно, про этого человека, про этого врача я забыл, пошел к другому. Другой тоже начал нести всякую ахинею. В конечном итоге мне все-таки удалось попасть на прием к ортопеду. Профессору, который занимается, узкий специалист, который занимается именно локтями, плечами и так далее. Он мне выписал курс преднизолона на 20 дней 100 таблеток. Там специальная программа. Первые 5 дней вы пьете по 8 таблеток, вторые 5 дней по 6, потом по 4 и в конечном итоге 5 дней остается по 2 таблетки в день. Это делается для того, чтобы снять воспаление, успокоить воспалительный процесс в плече, но восстанавливать плечевой сустав все равно надо необходимо. После того, когда я пропил курс преднизолона, прошел через этот курс, у меня боль в плече прошла, но, тем не менее, рука, о, солнышко, как это, Ипполит Григорьевич или Георгиевич, тепленькая пошла. Но рука у меня все еще не работала. Я пошел на курс массажа. Там было 6 сеансов массажа. Честно сказать, оно мне ничего не дало. И я решил восстанавливать руку сам по тем упражнениям, которые считал правильными для восстановления ротационной манжеты. Так как я уже спортом занимаюсь фиг знает сколько лет, кое-какие понятия у меня есть. И однажды я сделал видео по этой программе. И благодаря этому видео, благодаря моим вот этим вот упражнениям, очень многие люди действительно смогли восстановить свои руки, свои суставы. Так вот, сегодня я повторяюсь по этой программе, повторяюсь по этой теме и покажу вам упражнения с гимнастической палочкой, которые помогут вам восстановить ваше плечо, вашу ротационную манжету после синдрома замороженного плеча. Естественно, уже после того, как вы прошли курс преднизолона. Потому что что такое острая боль в плече, и когда вы пытаетесь поднять руку вверх, я знаю это сам по себе. Поэтому говорить мне тут не надо, типа, такие вот, что, мол, типа, да что ты там понимаешь, да испытал бы ты такую боль. Я ее испытывал, и неоднократно. Поэтому начнем с того, что мы берем гимнастическую палочку в больную руку, поднимаем руку настолько высоко, насколько это можно, и начинаем делать вот такие вот вращения. Сначала медленно, потом быстро. Эти вращения делаются для того, чтобы разогреть мышцы и подготовить их к основной программе нашего гимнастического комплекса по восстановлению плечевого сустава. Когда вы где-то около минуты-двух вот так вот покрутили рукой, разогрели мышцы, разогнали кровь в суставах, вы начинаете делать следующее. Вы берете палочку двумя руками,
и поднимаете ее перед собой настолько высоко, насколько можно. Почему двумя руками? Потому что здоровой этой рукой вы сможете спокойно ее поднять вверх и ничего не почувствуете. А вот больная рука у вас, допустим, поднимается только вот так вот или, может быть, чуть выше. Поэтому здоровой рукой нужно тянуть больную следом за собой вверх. Это нужно делать, ну, минуты 2-3, это упражнение. После того, когда вы сделали это упражнение, вы переходите к следующему. Вы берете эту палочку перед собой вот так вот, выставляете, вот так, горизонтально, и начинаете делать вот такие вот движения руками. Для того, чтобы разогреть и прогнать боль в суставе, разогреть мышцы, сделать их снова эластичными и заставить их работать, функционировать полноценно. Это упражнение вы делаете тоже около 2-3 минут. Не быстро, спокойно. Мы не ставим перед собой цель развить сумасшедшую реакцию. У нас цель восстановить плечевой сустав. Итак, мы сделали с вами одно упражнение, второе упражнение с подъемом палочки, третье упражнение с вот такими вот поворотами. Потом мы делаем еще одно упражнение. Оно действительно очень эффективное и очень важное в процессе восстановления ротационной манжеты. Вы берете палочку вот так вот, заводите ее себе за спину, поднимаете здесь за спиной, перехватываете другой рукой, выводите в сторону, опускаете за спину, перехватываете этой рукой, выводите в сторону. Вот такое вот упражнение. Важный момент в этом упражнении: вы не должны по возможности руками касаться ни поясницы, ни спины. Как можно дальше стараться отводить руку с гимнастической палочкой от своего тела. Это упражнение помогает восстановить одну из групп ротационной манжеты, одну из групп мышц ротационной манжеты, и заставить их в процессе тренировки, в процессе реабилитации полноценно работать, снова полноценно работать. После того, когда мы сделали это упражнение, тоже где-то 2-3 минуты, мы с вами переходим к несколько такому неприятному для, даже для здорового человека упражнению. Вы держите палочку вот так, заводите ее на наружную сторону вашей руки, перехватываете здоровой рукой, не отпуская здесь, вы здоровой рукой тянете палочку на себя в середину, сюда, в сторону. Это упражнение помогает сделать мышцы ротационной манжеты более эластичными, привести их в движение, разогреть и снять вот это вот состояние, скажем так, ну, блин, по-немецки-то я знаю, как оно называется, по-русски просто я уже забыл. Когда не застарелое, вот как застойное состояние, когда мышцы не работают, они не атрофируются, но сбиваются в кучу и, увы, уже перестают полноценно функционировать. Потом точно так же вы эту палочку берете в здоровую руку и тянете в противоположную сторону. Важный момент. Эти упражнения нужно делать на обе руки, потому что, восстанавливая больную руку, вы точно так же не даете своей здоровой руке прийти в нерабочее состояние. И здоровая рука постепенно помогает вашей больной руке восстанавливаться. После того, когда вы сделали вот эти вот упражнения в качестве расслабляющего упражнения, последнее упражнение, вы делаете просто махи руками настолько высоко, насколько вы можете поднять руки и опустить за голову. Желательно опускать за голову полностью в
всю гимнастическую палочку. Но это у вас получится не сразу. Нужно набраться терпения. Лично у меня на восстановление ротационной манжеты правого плечевого сустава ушло примерно полгода. Я начал делать это в декабре. И в мае месяце я действительно после контрольного прохода всех упражнений понял, что все, моя рука восстановлена, мышцы работают, ротационная манжета больше не болит, боли никакой нет, воспаление ушло, и, соответственно, вот этот вот синдром замороженного плеча куда-то делся. Итак, ребята, давайте мы с вами еще раз посмотрим упражнения, которые я вам показал. Первое, разогревающее. Поднимаем руку перед собой и начинаем вот так вот вращать из стороны в сторону, ускоряя движение нашей палочки, разгоняя кровь по венам, разогревая мышцы. Следующее упражнение. Мы поднимаем и больной, и здоровой рукой палочку настолько высоко, насколько можем. Тянемся. Третье упражнение. Мы делаем вот такие вот повороты руками для того, чтобы восстановить мышцы ротационной манжеты. Очень важно, это очень важно. Потом мы делаем с вами вот такое вот упражнение, как я вам уже показал. Выворачиваем палочку, заводим ее за спину и работаем руками. Для того, чтобы восстановить наши мышцы, ротационные манжеты, привести их снова в эластичное состояние. Ну и остальные упражнения точно так же для восстановления, как я уже сказал, мышц плечевого сустава. Естественно, все эти упражнения делаются, начинать нужно их делать после того, когда вы прошли курс преднизолона. Потому что на больную руку, увы, эти упражнения, ни одно из этих упражнений сделать невозможно. Будет дикая острая боль, и вы просто-напросто разочаруетесь и плюнете на все и скажете: это не мое, лучше я буду колоть себе уколы. Мне, кстати, кололи уколы тоже в руку, они не помогали вообще. Три укола мне делали с периодом в полторы недели, они не помогали. Кому-то, может быть, помогают, но мне, увы, они не помогали. Мне помогло то, что я начал делать гимнастические упражнения в течение полугода, упорно шел к своей цели и восстановился. Вот это все, что я хотел сказать по теме восстановления плечевого сустава после заболевания синдром замороженного плеча. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями, поставить лайк, загнать это видео себе в закладки, чтобы постоянно смотреть его, запоминать упражнения и делать их. Перед тем, как вы начнете восстанавливать плечо, сделайте свои контрольные заходы с этими упражнениями и буквально через 3-4-5 месяцев сделайте опять контрольный заход, и вы сами увидите, насколько эффективны такие простые упражнения с гимнастической палочкой. Не забудьте подписаться на наш канал. Всем удачи, пока!